Спектакль «Леди Гамильтон» открыл большие гастроли легендарного Московского художественного академического театра имени Горького на сцене Ульяновской драмы. Спектакль поставлен по написанной в 1970 году пьесе «Он завещал ее нации» Реттигена. История, относящаяся к эпохе наполеоновских войн, посвящена взаимоотношениям английского вице-адмирала Горацио Нельсона с его женой Фрэнсис и возлюбленной Эммой Гамильтон. Роль Гамильтон с первого дня возрождения спектакля исполняет Лариса Голубина. Она поделилась своими впечатлениями от выступления на нашей сцене. У вас блестящий просто театр, такое удовольствие. С первого шага на сцену, вчера у нас был первый спектакль, просто огромное удовольствие играть, и даже прям вот то самое хорошее слово, не играть, а прям существовать. Ты чувствуешь зрителя, он как будто тебя обнимает, этот зал. Замечательная атмосфера, такая взаимный такой энергообмен очень хороший. Поэтому гастроли, безусловно, нужны. В роли Франчески, горничной Эммы, которая стала преданной подругой, выступила Лариса Никипелова. Лариса Вениаминовна призналась, что давно мечтала попасть в наш город. Она заочно была знакома с Ульяновском. Мой отчим, Капралов Сергей Николаевич, он учился у вас в городе. Сейчас, к сожалению, уже нет его с нами. И я помню, когда он рассказывал с восторгом о своих студенческих годах, проведенных в Ульяновске. И он почему-то всегда говорил «Симбирск». И я приезжаю и понимаю, что вот этот дух города, он сохранен. В роли адмирала Нельсона на сцену вышел заслуженный артист России Максим Дохненко. Я хочу сказать огромное спасибо городу и огромное спасибо зрителю Ульяновскому, так как мы вчера имели честь сыграть первый спектакль. И то, что происходило в финале, это дорогого стоит. Это было просто безумно сердечно. Это было стоя, это было с культурой, это было с уважением. И я хочу просто зрителю передать огромный привет и слова благодарности от всего нашего коллектива. Кстати, Максима Дохненко с Ульяновском связывают родственные связи. Супруга Мария Янко, племянница заслуженной артистки России Ирины Янко, служит в МХАТе имени Горького с 1999 года. Ее отец – народный артист России, лауреат Госпремии РСФСР Михаил Янко, начал свою карьеру в Ульяновске под руководством режиссера народной артистки Веры Ефремовой. МХАТовцы-ульяновцы также показали «Пигмалиона». Зрители встречали гостей овациями. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.